Конечно. А ты же расскажешь, что делать? Я просто здесь первый раз вообще. Просто беги кругами. Это кто сейчас спрашивал, Пал? Не, Барбарос. Да, скажу. Ты не Пал? А где Пал, ебучий, блядь? Тут там барабас просто. Барабас, карабас, барабас! Ой. Что я тут? Так ты меня слышишь, Пал, вообще? Если ты тут, блядь. Блядь. Бля, мы сейчас не успеем, нахуй. У меня час времени, типа, ребят. Пал, алло, нахуй, прием. Ты слышишь меня или нет? А в дискорде, вон, барабашка здесь. Но я вижу, но он нихуя не отвечает. Пал, блядь. Пал, блядь. Пал, блядь. Сука. Ну чудо пирожок, ну 20 минут дело при хорошем раскладе, но это конечно... Вон какой-то этот нахуй. Лонзи Годос. Вон спроси, может пойдет, блядь. Или он пошел с этими. Ну Ундер такой веселый, радостный. А утром был такой грустный. Его отымели. Алло, слышно, попал я. Алло. О, слышно? Все, а ты нас слышишь? Замечательно, иди пуляй трэш, если слышишь. Че он двух с пули чекай? Одного на... А вот хил. Сразу, сразу весь трэш сначала убьем, потом по боссам пойдем. Чтобы никто не бить. Зачистим сразу. Давай дальше, пошли. Ну 25 эти могут пострашнее убить. Наоборот, захиливать больше надо. Подобно. Иди следующих мобов пуляй, которые вон там в центре слева. Ауру на каст бы, наверное. Броня... Дай, дай поставь ауру на каст, Пал. Тебе броня не нужна. Третью ауру сосредоточение ебни, там нормально будет. Скверненный механизм. Какой веселый, блядь. Ну, курился, пока еще не. Не, мы пока еще просто не повайпались раз 30. Попу помыл, блядь, все довольны, но. Я доволен, но. Они там не дамажат, вроде как похилить, что он пока. Че за хуйня? Мальчик пришел, оскверненное устройство. Забери пан в трон. По оглушению нахуй. Бах, блядь. Там еще один оскверненный механизм. Он не дамажит. Ща напулим, блядь. Ба-ба-ба.
Нет, последний, если что. Ну и отлично. Что, пойдем сразу, может, этого распустим? Второй. Конечно, первую, ну пошли. На, пошли на собаку, пусть на первом сразу. Слева начнем. Налево. Так, пати хоть чуть-чуть раскинали, блядь. Ридаров нахуй. Один ридар у нас только, да? Тактику надо быстро. Это есть СПД бутылки у кого-то в мало? Сейчас пару минут, можно пока что перед рейдом, чтобы там... Блять, кого еще в мили зона нахуй, ты правильно? Я могу попробовать в мили. Ну ты-то понятно, я еще думаю кого. Вот же дотка нахуй в мили зону пойдет. Умчи попка в мили зону? Так, короче, Барбара, смотри, твоя задача. Стоишь там со стороны креста, набираешь рейндж 8 метров, можешь десятку от РДД. Главное, чтобы не это. И стоишь, просто дамажишь. Метку сносите просто там, ну, допустим, вот крест поставлю, центр этой хуйни, метку сносите, потом отходите оттуда, соответственно, и держите рейнджу. Когда будет поезда, когда скажу, озвучу, там появятся такие лучи, сначала зеленый, либо фиолетовый. Выпрыгивайте нахуй с того, блядь. Не лутайте там вообще этой хуйни. Вышли с одного, потом вышли со второго. Влево, вправо и так далее. Это что касается тебя, Барбарос. Больше ничего тебе знать в принципе не надо. Что касается танка. Танк, смотри, пуляешь вот сюда босса. Вот сюда. Вот смотри, где я сейчас в звездочки прыгаю. А тут появится лужа. Две лужи ебанет сюда и снесем. Потом развернешь, повернешь его и будешь вот так потихоньку вести, выводить лужу. Вон туда до конца. Там фиолетовые такие увидишь, не ошибешься. Понял? Да, вот сначала сюда спулишь, кинется раз лужа фиолетовая, потом вторая лужа тут будет такая фиолетовая. Сразу разворачиваешь и вот так вот потихоньку, потом по одной луже ведешь. В эту сторону, понял? Пал. Скажи что-нибудь. Надеюсь, ты понял. Бля, мы сдохнем сейчас. Давай терчим на полумаг. Погнали. Ты заебал, он опять за доставкой пошел, что ли? Я ебал, нахуй с ним ходить вообще куда-либо. Типа, не на ХП, у нас нет кулака. Андрей, алло, нахуй. Спасибо. Сука, доставка ебаная ходячая, блядь. Если он опять пошел за доставкой, я ебал в рот, нахуй. Лучше в 9 пойти. Ну. Стоять, ждать его, нахуй, сейчас, блядь. Хали, пофиг, скоро МП5. У меня тотемы на мельзоне там стоят. А это не доставать не будет почти. Ой, блядь. Пчела, нахуй. Главное, чтобы он слышал, но остальное плохо. Вот так слышно меня? Слышно. Ага. Сука, в игре не работает. Что за хуйня? Значит, какое-то действие в игре стоит на ту же самую клавишу, вот и все. Не, в пизду, я больше с ним ходить вот это, в десятки не буду. Ебал я в рот, нахуй. Он заебал, нахуй. У него эти постоянные доставки, нахуй, АФК и прочая хуйня. В пизду, нахуй. Последняя десятка с ним. Ебалый в рот. Пал, проверь клавишу. Ну, если у тебя забинжена кнопка на голос и в игре одна и та же, у тебя не будет работать тогда голос.
Сука. Ну чё он там, блядь? Потому что для пугов это закрытая функция. Бля, да не похуй. Пошли без него посмотрим разок, нахуй. Вот сейчас конфликт, нахуй, будет из этого, блядь. Ну, кикни его минуту, будет скай, вылетит, блядь, хоть ладно, прохилим, наверное, конфликт. Ты кикни, чтобы он вылетел с инста. Отойдите, всё, чё, отойдите только тут. Из РДД дальше встаньте, чтобы вам фифа дала зелёную. Пуляй. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, я тут, сори. Мы думали, тебя в жопу иду. На ком фиолетовый дебаф? На Ридике, да? Да, да, я уже там. Я сорвали. Ну там на пух подождайте. Сейчас лужа будет. Буквально 5 лужа ордена. Нормально уже. Раньше не с одной можно не выходить вообще. А ты мне ебал, не знаю. Че такой ватный? Метки главное сносить. Чит обнови. Я метку могу сам, кстати, словить, если что, нашу. Аккуратно, поезда. Выходим сейчас случай. Вышли случай. С одного и второго. Пизда, нахуй конфликт, блять. Барабашка, блять. Паладин, блядь, танк, который тебе тоже надо выходить, блядь, с поездов, нахуй, дружище, блядь, ты ебанул весь рейд. Блядь, я ж только что объяснял, зеленый фиолетовый луч, выйди, блядь, выпрыгни с него. Блядь, старался ты, в пизду. Одно чудовище АФКшит, нахуй. Чудовище уже нахуй, не отойдет, блядь. Успокойся, все. Пиздец, там пух, это цела, Андрей. Рот. Ладно. Не буду грубостью на грубость отвечать. А ладно, все мы понимаем, там животный зов, вся хуйня. Я бы от Вовиной палки тоже не отказался. У меня животный зов, тебе череп пробить. Лежишь. Пал, пожалуйста, там ничего сложного нет. Выйди с ебаных лучей, либо мы просто будем дохнуть из-за тебя все время. В конечном итоге тебя просто поменяешь, не лапец. Отличный босс для проверки, Кирилл, как по мне. Вот туда идешь сразу, и все понятно сразу становится. Нужны человеку шмотки, не нужны. Как по мне, отличный босс. Хавай бафы симкаски, быстрее. Вы там напуливали на него с пулу вдвоем? Да. Он не пулит. Я давал на пулу. Я все на пулу не удаю. Никого не триксую. Все на пулу по нему нахуй. Ловушка, мы все поняли. Арчи на пулу бах. Печать смени. На, печать смещения там лучше будет. Я слышу. Барбарос, что тебе не хватает? Каску полокучу, дай. Аккуратно, босса не запульте, алло. Алло. Просто близко все. Я знаю, просто сколько раз пулили у меня с этого отдельной даже темы. Все, Пал, давай на исходную. Сейчас докушаешь на исходную сразу. Отчет даю. Я тебя заучу даже. 3, 2, 1, пуляй. Это где-то. Дальше, Пал, отведи босса чуть-чуть. Углу прям. Прыгай, Пал, прыгай. Ты бьешь и прыгаешь.
Пробел зажми, ты будешь в стане находиться. Подойдите, кастеры, ближе, я сейчас подвинусь назад, ближе к кресту подойдите. Пол, это пиздец. Они будут потом бегать на лучах, вы стоите ебаный конфликт. Луч, РДН, хватит. Пирожок, стой на максимальный рывок. А чё он откидывает, блядь, что за хуйня? Он откидывает, вот пятки нет. Больше места мало. Я пошел так что. А что-то вы говорите, подойди чуть ближе к крестику, типа кассеры, чтобы их не откинуло, что ли. Сейчас поезда будут. Ближе к центру станем, нет, что? Поезда, Пал, дай массакру и уйди от лучей, пожалуйста. Уйди от лучей. С фиолетового, потом зеленого. Зеленого уйди, уйди. Все, молодец. Босса поворачивай и в ту сторону веди, когда как я тебе показывал. Все, 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 стой, стой, нормально. На пульте в него пинг просит. Да не переживай, что уже будет, я уйду в стенку. Пал, прыгай, все время прыгай, потому что ты будешь ловить стан. Лужер, да. Сейчас лужу будет. Танка подхить. Выводи служу. Все. Просто служу, выйди немножко. Стой, все хорошо. И просто прыгай. Нас... Каких будет там фиолетовый? Я положу нас. Можно вернуть его? Не надо, не надо его вернуть. Сори, я привычка. Аккуратно, поезда, сейчас отходим. Отходим от лучей. Ладно, нормально, как раз. Надо было мне убереть. Типа, я думал, там кто-то к нам бежит еще. На лучах так тяжело. Блин, там кто-то бежал, в последний момент. Хилька любая. Ты чё, на лучах там иду? Блядь, не ты... Ладно. Стаки больно не делают. Да тут бехеришь спокойно. Че, не будете делить? Пизду. Нахуй, в пизду. Блять, залагало пиздец, когда метка появилась. На, к вам не подошел, вдвоем она не делит, надо троих минимум. Троим, да. Ну, либо под сопротом, если мы были бы, мы бы выжили с тобой. Нет, там труп, кстати, еще в новый день. Там сейчас добьют. Сейчас добьем, но... Ствола, блядь, тупо захуяли нахуй. Я тебя понял. Тебе что? Почти ничего не теряешь, блядь, сейчас бы уебываться этим. Ну, блядь, пояс выпал, кстати. Неплохой был. Ну, он неплохой, но пересечки он был. Чарка говно. А, он мне добрали просто. А то на критурн такую. Слушай, я бы на Влад ДК, может, даже взял. Давайте, пета сразу развалится. Понимаю. Пошли на центральный. Тут только упал. Я дал тебе уже пету, он у тебя в сумке. Я через комп дал. А что там за чар, кстати, было? На крике. На крик. На крик. А, что открыто? Ну. Бля, мы берем вперёд его кто-нибудь, нет? Общая, да. С двойной атакой получше смотрится. Ну, на ретрика, по крайней мере, идёт. Ну, на конечно. Но на остальных, да, лучше этот крик. Ну, это на фурик, на самом деле. Ну, ДК тоже не делал, потому что... Давай фурик, я тебе дам. Пояс нужно. Классовой чаркой. А кристалл вместе с шматкой дает или отдельно рулится? Отдельно. Вот отдельно. Ну потому что, блядь, мы с пугами, нахуй. А. Я вас.
Команда шара, если что, больше одного нельзя иметь. Ну, если в банк выложишь, да, какой смысл роли, то есть. Ну так я в этом-то и смысл, ты не заролишь его, если у тебя он есть уже. Поэтому. Сейчас заролите, кто выиграет, тот выиграет, да. Тут мой 74 воет. А, не, воет там. Мой тамин. Все, больше одного не возьмет, поэтому я не вижу смысла париться. Ну и дробящие это говняные, я так понимаю. Это никому. То есть себе можешь оставить. Нахуй нам надо, блять, 1.5. А на кого это вообще, блять, тогда? На Энг. На Энг. Какая хиноса такая, 2.6. На Ханта, кстати. На Ханта, реально на Ханта. Так это реально на Ханта? Короче, на этом боссе... На этом боссе, смотрите... стойте, может вот тут вот РДД, блять, ну там печенька будет, ну, чтоб вы ходили. Ты половишь, Андрей, этих? Да, конечно, еблан? Конечно. Все, окей. Пал, ты вон там просто в кресте танчишь, где он и стоит, только отворачиваешь его от нас. Просто стоишь, танчишь, по команде дашь сокру, когда, да, скажу, на сокру. Барбарос тебе. Только подойдите ближе особенно, ну чтобы вас не полетели, потому что полетят вас. Не... Блять, Гера, когда я плавал, правда, я вот буду стоять. Охуй. 300 вагон баф. 300, да, я вышел, умирали, а, точно. Там пол рейда удал. Делили урон. Рыба стоит, если там. Он не может топоры носить, да? Дробящие, блять, там, они топор. Хан, может, топоры, кинжалы. Ну да, да, да. Просто я курю, как у топорика. Да, стой, просто бей нах. И выходи там с свой дом. Я думаю, мы не дойдем до того степени, когда надо будет заходить в эту хуйню. Там такие лужки увидишь. Пряники, печеньки, нахуй, пончики, как вы фильм. Я знаешь. Сейчас Геру дам на четырех людей. Да не надо. Не надо Геру в конце, дашь на второй пальцы. 2-1. Пуляй, Пал. Пал, активнее, блядь, немножко. Близко стоите. Дальше, дальше отведи, Пал, в крест. И кастеры наравне со мной стоят. Не, наверное, сейчас могут идти, но когда босса отведут. Думаю, накрыл пончик как раз. Нам на мраке, дыхание мрака, прожимайте какие-то свои своевы. На второго, да, хотим будет. Ну да, была гурта. У нас нет ему. А, бля, да. У нас только стакая. Выходим, выходим с этой хуйни, милизона. Вышли. Теперь милизону подошли. Выйдите вот с этой хуйни. А, меня заделали. Да, одновременно. А, ну, у меня по текстурке... Ладно, падайте, короче, я вас понял. Да, я давай еще. Я забыл сказать, что выходите с этой хуйни, падайте быстрее. Да, даже не надо, но мы стреляли отдельно, но походу, все-таки там дальше. Ай, погоны, блядь. Пойдите, чарик, я быстрее сдохну. Сейчас я точно на белое стрел, я бал урод. Не, там забей, на с дыханием, типа, под био. Не, нас дыханя убило, чёрт, мы стояли на нём. Пал, и ты, пожалуйста, ну, запуль сразу босса, чтоб он там стоял. Одна тебе просьба, блин, я тебе даю что. Ну, ботинки, может, есть какие-то, не пропутся это. Нет, у него нихуя. Пусть обойдет босса и со спины, а в чем проблема? Может, и так, да. Да там можно и так забежать на ноги. По-шустрому с вами, как всегда, блядь, не получится. Рыба что стоит. А то же самое тебе кидал, можно сказать. По-шустрому с тобой никогда не получается. Угу. Реально, нахуй. Я отойти не могу, нахуй стою, блядь, дамажу, нахуй. А, сори, я хуй просто. Смотри, примерно где печенька, не дальше ее. Ну а тебе причина была баф. Давай, Пал, специально для тебя что, да? На один уже бежишь. 3, 2, 1.
Вышли мили. Через зашли. Прохитил. А что? А, ясно, короче, пизду нахуй. Надо сап... Я не знаю, надо сапру, наверное, давать. И саппорт надо пить, правда. Так, теперь кто-то вышел или еще произошло? Чем на 10 кавы ебало? Походу. Падать надо. Вылить можно. Тут явно не было. Если кто-то не знает, если рядом с вами вот такая круглая хуйня фиолетовая крутится, вы стоите и не двигаетесь, даже если под вами уже будет черная. У вас почти должны. Ну, кинка вышла со сферы. Отходить, отходить от сферы нельзя. Сейчас он вышел. Он, блядь, на 1 скап прилетел, вообще охуенно. А что, под это типа черная сфера какой-то абсорб этого темного демона? Если она не дамажит кого-то конкретного, она ебашит всех. А, ну если под эту черную хуйню меня не шотнет разве? Нет, не должно, все захилить должно. Она ну, там тикает по 3000, по 1000, по 1500, там... Черным то уже, да? Нет, сфера, блядь, Андрей. Ну да, сфера это понятно, а когда под сферу дается черная хуйня? Тебя уже не убьет, не убьет она меня? Тебя должны захилить, да. Окей, да, нормально. Ну, Кинг сейчас просто я видел, вышел, но я тоже обычно, кстати, выходил. Ну, потому что я думал, что это черная лужа шота, это нахуй. От сферы нельзя заходить, даже если лужа лежит. Либо. Понял. Я просто не знал реально, сколько эта черная хуйня дамажит. Много, немного, блядь. И я всегда доджить старался. Потому что она меня всегда ваншотила. Можно доджить, если рядом с тобой сферы нету. Я просто думал, что оно как-то связано, эта сфера с этим. Дайте лапу. Бля, огонь хуй дрочить, типа, мне вот полчаса времени есть свободного, ну. О, может, саппорты выпьем сразу же и начнем бить нормально? Чё не тебе? Да это, мне-то не надо, я на ШП играю, бро. Мне тоже не надо. У меня ложный опыт. Я нормально себя чувствую. Давайте быстрее. Ну я выпью даже. Кому еще сопрот? Ну мне дашь на next. Да. Выпью сейчас. Ханк тем более. Да. Давай, я пал на исход. 3, 2, 1, 3. Вот, клюц-то там. Может, мы с тобой поменяемся, а ты потом в глыбу прыгнешь, когда будет эта хуйня, маг? Давай, давай. Лужу. Прохил. В глыбу прыгай. Милик сейчас. Заебись. Отойди чуть дальше, то там шаман стоит хилит. Лидер. Там я отойду. Шарик, ага. Тоже стоит тебе. Оп. Похил. Вот саппорт намного проще, кстати. Всегда в танка идет. Милики макс рейндж от босса наберите. Ты пока стой, а... когда они все разобьются, тебе скажут, ты не ведешь босса. Стой. Герман дает уже давно, блядь. Да, давайте Герман. Сейчас еще один, видишь, дуб заходит, нестабильная субстанция. Все, можешь босса перевести оттуда. А что уже когда появится, по идее, нет? Да, надо быстро. Массакру пал, дай, массакру дай. А сейчас пульса, удар Йоксу. Ну да, блядь, слишком быстро. Ясно. Синцы, может, убьем? Танка нет. А, там танк нет. Да, танк упал. Кстати, танк не упал, сейчас убили бы. Он, да, слишком ватный какой-то. Ну, не убьете, ребят, ну, там, чё? Танк, чё, может, в три хила получше жить бы? Да нет, не надо в три хила. Нет, тут ДПС нужен, тем более нормально даёшь. Больше проблема в том, что ты уходишь из его зоны, вот время начинает крутиться, там ебейший урон прилетает. Сейчас бахнет. А на ходу ты хилить как бы не можешь. Нормально, сейчас убьем. Ну, саппортами легче стало. Поздно дали вообще, типа, надо сразу было давать всё.
как только фаза пошла. Кому? Ты о чем? Не Герда. Белл на 46% плюс-минус. Колю давал не. Бля, я тоже. Потом еще так неудачно совпало, там да просто видишь. Ладно, барабашка просто без нихуя. Типа средний без радиус вышел, и на нас бублики висят нахуй, мы два бублика снесли там. Я бублика хотел в стронг отнести, но... Да в пласку выпить не мешало бы, тебе бы тоже саппорт не мешал бы. Да ну нахуй. Тебе, да ну нахуй, блядь. Я на него не дал, я понял. Я расстроен. Выпил. Я так считаю, что в следующий раз без сопротов вообще сюда челов не брать нахуй. Бля, погнали, нету времени, вы понимаете, бля? Кинь барабашка. Один ноет нахуй, другой, блядь, скулит нахуй, ебали. Три, два, один. Пал, ну, блядь. Ой, дай. Блядь, ну нахуй, иди какой-то. Иди босса, пожалуйста. Мак, давай по той же схеме, у тебя глубже нет КД, я КД, правильно? Ну, короче, меня стоит, ладно, сейчас стоит, да? Ладно, все, стой тут. Стой тут. Убирай игру. Так, по шарик, стой. Я слышу. Опять в танка пойдет. Блять. Еру. Уже дал. Уже дали. Уже был. Тайс. Ну сейчас опять будет вот зона. Готовься сейчас закрутывать, пока смешно мрак. Давай сокру, давай помещай. Я у него прохилить, это пизда, он слишком быстро умирает. Первый раз вижу, что танк складывает. Это пиздец. Кринж. Ну и гим дал, кстати, мы пережили. Вар танчик. Блять. Ну долго сможет. На ком агро? Тант. Полос его. А вот я говорю, да? Сейчас бы сами тьмы не признал. Да? Нет? Блять. Сейчас каст будет. Каст. Под конец каста заходим в бублики. Слишком рано. Зашли. Оужи, мать его, дотка! Чисто я захилил, нахуй. Плечо на полоснутого. Плечо на скоростного. Ты гол за него дали, хуяся. Он на Ферала упал, да? Ну, Войду отдай. Может, сразу Войду отдай. Ебать. Четвертый спек я чувствую, нахуй. Нет, да, нет, на меня упало, блять, хуй там. Сейчас рискну, да, 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 просто. У меня такое же, только нормальное. Бля, что-то не вот и падает в шивы. Даже спорить не буду, нахуй надо. А чё, второй? Абсолютно, абсолютно бедарная хуйня. Что там было? 13, отлично. А чё там за шмотка, кстати, кожаная была? Даже интересно.
Ну все равно ты накинул свою. Нет, понятно, не, мне не показывает. Плохо, персонажа. Во-первых, плохо, это плечо, потому что это должен быть руки нахуй. Плечо пиздец, не очень на самом деле. Ну, больше в Т5 руки надо кстати брать. Let's go. Самый простой остался. Так, на этом боссе, блядь, ты просто стоишь, танчишь босса в центре, там, где он стоит. Если что, я тебе скажу, что там, если надо будет вести. Остальные, блядь, метки выносим, блядь, влево-вправо, нахуй. Можно в метку, если там одна метка. Сначала вправо выносите, потом влево. Ну, похуй. Лучше, главное, хотя бы выносить. На катанка стоит каст первобитный, что-то там, фир, или как он там правильно называется? Да-да. Первобытный ужас, он отворачивается, он фиряет. Танку вроде тоже надо отворачивать. И надо отбегать от этого конусного удара, или как он там называется, сокрушающий удар. И сокрушающий удар, да, милики, отходите. Когда ну, танк тоже не надо отражать. Танку тоже не надо. А чё, где? Пал, готовься. Танчи в центре, пожалуйста. Печать включи, Пал, боже. Чтобы я вас мог дешпалем делать, блядь. Да, дешпалить. Паладину надо с мистерством хорошим подешпалить. Вот, меня встаньте, нахуй. Хай, старый. Не спел. Бля, метка еще. Я вижу, что не спел. Ну, сам себя подешпалит, я надеюсь. Ему похуй. Он не будет дешпалить, да? Я понял. Сейчас будет сокрушающий. Нет. Спиной стали. Отошли милики. Милики отошли, танк тоже. Нет. Он под фиром. Ворон прокинул, блядь, все равно. Могло что-то манов раскидать с тремором. Но он не работает. Не работает тремор, нет. Барбарос спал бой. Спиной стали. Пал, отворачивайте, пожалуйста, спиной, когда он кастует фир. Я сейчас все еще озвучивается. А точнее милики, Пал тоже. Синер. Шкирки. Нас хуячит этот кинг нахуй. Уже нет. Может тут Егер, может потом еще один. Ужас. Спиной стали. Время заебал цепнами, нахуй он убьет рано позже. Вторым бьет только, нормально. Я знаю, блядь, да, ты можешь улететь на 30 кг. Да, то делите. Нормально. Спинники отошли, танк тоже. Пал, сделай 3 шага назад. Хотя бы. Чтобы хисяка к нам подошел по-братски, чтобы я один... Еще делай. Спиной. Все, Пал, там и стоит, нормально. Давайте влево сместимся. У него там ревность не сработала, если что, Пал. Сейчас я продеспорю. Вынести метки. Да, блядь. Дай сокру, Пал, просто так, давай. Милики отошли, Пал тоже. Ну, сдох. Ну, Пал, блядь, отходи ты, ёб твою мать, ну чё ты такой? Боже, блядь. Я не могу тоже, я начинаю гореть нахуй с такой нет. Диспарить он тоже не умеет, я сейчас, себя даже. Я не прошу его там всех диспарить. Да, люди играют нахуй месяц в эту игру, нахуй, чё ты хочешь? Ну, тупо похуй. То ли мы 20 лет нахуй, то ли они месяц нахуй, нихуя не знают. Пизду, вот, спекни с танка, блять. Меньше ДД будет нахуй, ну поебать. Спекни в танка и иди танчи, блять. А ты, Павел, уйди куда-нибудь в стену нахуй, присни, блять, и стой нахуй. Иди бой, блять. А он достоин? Ты шо, блять, ебал в рот. Сидеть вапиться нахуй. Идти, блять, не может. Нет, блядь, 5 минут на 2 трая, если чё. Да ща убью. Пал, иди сюда, пожалуйста, быстрее, блядь. Упри стену, нахуй. Разбафай каски, блядь, сначала. Я же говорил, он месяц играет, наверное, не знает нихуя.
Говорят, что делать, дать каски, блядь. В чем проблема дать каски? Говорят, отойти. В чем проблема отойти, вот. Да все, блядь, тихо. Каски раздай, пожалуйста, и отойди вон куда-нибудь, вон тебе печенька метка. Вон туда встань просто, и стой в стене. Давайте вместе, пожалуйста, стоять на кастерах. Ты только скажешь, когда... А чё, да? Да? Ну туда... Это... Угу. Скажешь, когда... Три, два, один, пол. Поди, стой, будь полезно. Так, иди ты, вот. Барту лучше не выносить. Нет. Спиной стали, спиной. Это шли мили. Это тоже, в принципе, можно. Если надо будет, скажите, я отведу. Не, нормально. Нормально, ничего не надо. Ир. Спиной стали. Это ел, что ли, или что? Милики. Хир. Блять, нет. Спасибо, устал. А, блядь, она похуй. Хуя, ну ты колют вниз. А я, блядь, даже не видел, я хуй знаю. Мелики. Хир. Спиной стали. Где Барбарос? Барбарос там очень далеко. Ок. Нельзя никак на нашу сторону переместиться. Я до тебя без пикал не достаю. Блять! И... Спиной. Назад, пойди черда, да он босса в середину вернет. Сзади все лужи пропали. Хей, что? Твою пать. Я пройду, что ли, что? Пистол нахуй. Продолжайте немножко ближе. Бля, вот я бежал вот здесь. Нет, теперь. Хир, спиной. Я бы с радостью, но... Я лужи выносил. Похили себе пока, пожалуйста. Ой, блядь. Я плохо нахуй сейчас стану. Как я и говорил, ебаная спиная, блядь. Посмотри, папа. И фир. Спала ману, да? Спина. Гимн на ману даю. Метка колёт. Я вижу, да. Милики. Все, не можем ману тратить. Фу, блядь. Жёстко. Не спину меня. Ты опять где-то очень далеко. Блядь, а там где вы стояли, то что, опять съебались. Хорошо. Атань. Мне мама сейчас закончится, мы сейчас умрем. Фир, фир спиной. Здорово. Нормально. Ляма осталась на месте. Я не дамажу, да. Что-то да, шли мили. Ляма. Спасибо за кошек. Фир.
Фир, спина. Ну, поди. Ну, поезд хоть и выпал. Ну, такой себе, да, тоже. Говняный, конечно, да, ну, что поделать, хотя бы. А, ты подожжешь? Ой, я его встал, да. О, прикольно. На, нахуй. Охуенно. Барбадос, тебе нужен этот, типа, ап, ну, типа, шмотки? Типа, я этот пояс апну прямо сейчас. Так он ролил посох. А, посох? Он еще срочно. Вы дерево срочно. Нет, это пирожок. Он, наконец-то, дождался. Да, короче, нужен кому-то этот токен сраный, типа, если у вас шмотки нет срочно. Ну, там, okay. кто второй сролил? А что, тебе не нужен? Бойт вроде сролил второй, да? Ой, ты? Нет. Окей. Сори, парни, с вами я тоже больше никогда не пойду, блядь, хуйня какая-то. Клинжки не взял. Вроде. Или ему скинули, не знаю.